You're ugly, you're stupid, and you smell. You're fat, you're ugly, you're stupid, and you smell. You're fat, you're ugly, you're stupid, and you smell. You're fat, you're ugly, you're stupid, and you smell. You're fat, 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 you're ugly, you're stupid, and you smell. В поселке Тартат позвонил мне заказчик старый,
хороший заказчик мой. Не бросать же в беде. Он говорит, блин, надо заменить все. А здесь, получается, был старый коллекторный лот тоже. То есть он здесь и был расположен, где вот сейчас входящая ПНД-труба с пола. И дальше шла разводка из шлангов, гибкая подводка. В общем, из-за того, что здесь вода, ну, получается, она ключевая, или как там правильно называется, со скважины, да? Она холодная, чересчур. И получается, конденсат скапливается, и все это отгнило нахрен. Так, что мы сделали за выходные, получается, за два дня. Ну, условия тоже такие были, потому что здесь люди живут в этом доме, и как бы вода нужна, пользоваться туалетом, мыться и т.д. и т.п. И самое главное, поливать огород. Получается, сделали мы вот, это 26-я труба, металлопласт, на прессе все собрано. Получается, идет ПНД, дальше через отсечной мы сделали металлопласт. Все это дело идет на коллектор. С коллектора у нас получается 20-й трубой идет на бойлер. С бойлера на горячую идет, и остальные потребители уже 16-й трубой сделаны. Поставили манометры, смотреть за давлением, смотреть, как работает бойлер. Работает ли обратный клапан корректно. Получается, сделали душевую, новый слив, потому что здесь это все не работало. Здесь сделано было через длинную гофру, которая еще и с антиуклоном шла, то есть полы кривые. Мы все сделали на жесткую. Поставили этот душевую чуть выше, ну потому что по-другому никак, сильно завалит пол. Сделали нормальную уже трубу канализации. Все. Перепаяли отопление, сделали сброс воды прямо в канализацию и сделали также ввод воды с коллектора, залив системы самой. Ну, на случай какой-то аварии, чтобы можно было это и слить, и залить обратно. Перенесли этот радиатор сюда. Все это криво-косо, мы просто вот врезки сделали, вставили и все. В общем, это говнопропилен. Отопление везде кривое, косое. Ребята постарались, даже компенсатор не могли поставить, и линейное расширение идет, и все как. В общем, по всем стенам все это вот так вот идет. Ну, работает, да работает, в принципе. Так, поставили унитаз, раковину, все на жестком. Отработали хорошо, быстро, оперативно. Планируем с Дмитрием продвигать эту тему, да и вообще совместные работы. Будут у нас в будущем, сейчас разгребемся делами, начнем работать, в общем. Все, всем спасибо.